Всем доброе утро. Всем привет. Всем привет. Мы все тут на кухне. Будем завтракать сейчас. Кто кекс ест вчерашний? А мы, наверное, будем творог, да? Да, будем творог есть. У нас последняя упаковочка осталась. Надо доесть. Коля там чаек делает. Я сейчас себе кофе сделаю. И будем завтракать. А еще у нас на улице идет мелкий-мелкий снег. Нифига, у нас там снега выпало. Да, там уже снега очень много лежит. И уже даже не тает сегодня, как вчера. Оп, Боня тут тоже с нами. Как обычно, в принципе, наблюдает за снегом. Мы сейчас собираемся идти на улицу. Мы, наверное, сначала в гараж съездим. Да, мы заедем за картохой. А то у нас уже неделю картошки дома нету. Просто все вечно, что-то то некогда, то неохота ехать. Макс такой, Макс не дорос просто. Макс, чуть попозже подойдешь. Лет-то через 5. Нет, больше, да, нам надо. Не знаю, как он расти будет у нас. В общем, сейчас поедем за картошкой, а потом, наверное, поедем гулять. Или наоборот, или как, что? Можно сначала погулять, а то, ну, чтобы пока тепло. На улице снег там, ну, лежит. Снег лежит. По-моему, даже идет маленько, нет? Нет, уже нет. Все, закончился, уже не идет. Да, он уже подрастаял уже. Куда гулять поедем? Ну, не знаю, давай по дороге спешим. Можно вот на 78-й погулять. Ну, все, мы уже все оделись. Макс уже тоже оделся. Ждет, пока мы поедем. Ну, все, будем, поехали. Будем выдвигаться уже. Приехали в парк. У нас уже Максим успел упасть. Да, он только вышел из машины, и он как бы шел снег, пинал, ноги не поднимает, и, короче, упал. Сразу, вот 2 метра буквально прошел и упал. Ну, сейчас немножко погуляем. У нас тут... Сейчас он сначала немножко помоет, потом... Че? Вот такой вот Максим теперь у нас чистюлька. Расстроен, и он пешком не хочет ходить у нас. Все дети вон спокойно пешком ходят, снеговиков лепят. Ну, я считаю так. Там вон уже куча снеговиков стоит. Нифига там снеговик. Раз мы пошли гулять, значит, надо идти гулять, а не так, что кто-то конечно, не хочет пешком погуляем. Идти, кто-то там упал. Ты сейчас все равно вон до городка бы доехал и пешком бы там ходил. Ты же все равно не катаешься ни на самокате, ни на велосипеде. Так у что нас... давай, пошли. Вот так вот здесь сыро, мокро и грязно в некоторых местах. Ну, Макс у нас немножко испачкался. Он расстроился, но... Приедем домой, будем стираться. Вода, запасы! Макс у нас начал лепить снеговика тоже. Одел перчатки. Вооружился перчатками. Да, тут есть маленько местами желтый снег. Я думаю, что это не к добру. Ну да, желтый снег это не к добру. Здесь его много. Макс сейчас слепит снеговика, и мы, наверное, поедем, да? Или в городок еще пойдем? Ничего себе, он снег. Максим, что, обалдел? Опять, да что такое? Ну ты капец. Все. Все, обиделся. Давай, Максим, самый большой сделай. Все, уже веселый бегает. Лепят, лепят, кто больше. Что-то Максим... А, он, у него тактика другая. Он собирает снег. Поля катает. Такой липкий снег, да? О! Смотри, Максим. Ага. Где он? Руки замерзли. Да, Коля без перчаток. Это у нас Макс только в перчатках. Но они уже, наверное, мокрые, я думаю. Оп. В карман тебе снега накидал. Ну. Детей что-то мало гуляют. Здесь вот были ребятишки, что-то все куда-то ушли. Снег прям вообще липкий такой, прям так здорово лепить. Ну, кто-то вон там такой шар огромный слепил.
О, пойдем посмотрим. Да, он грязный. Макс, он уже убежал куда. Максим добрался до этого огромного шара. Но он уже прям, я думаю, слепился так хорошенечко, да? Не сломать. Его еще и в яму в какую-то, да, закатили. Тут ямы, видимо, под деревья выкопаны. Прям много таких. Ничего себе. Царь горы. Максим у нас каждый год царь горы. Че вы ломаете? Кто-то строил, вы ломаете. Я не ломаю, я ступеньку делаю. Плохая ступенька. У Макса уже все джинсы мокрые. Yes. Перчатки, я думаю, тоже мокрые уже. А на улице у нас прохладно. Что у Макса шапка все время на глаза спадает. Мы когда вышли, я думала, что на улице тепло. Да, на улице 0 градусов. 0 градусов, ну что, все равно как-то холодно. Да, на улице нормально. Что опять случилось? В глаза себе насыпал снега. Максим, ты не выспался, что ли? Нет, не выспался. Все, пошли домой, а? Знаешь, что сделать? Надо было штаны ему эти баллоневые одеть, которые... Надо было, но что-то мы не думали, что в снегу-то будем валяться. Мне кажется, он устал. В кармане? Оп! Я сразу шлем одел. Максим, тоже шлем одень. Получили. Это что творится? Разъяренный Максим. Ну. Ого, там надо бежать. Не донес. Пошли домой, а. Играй. Просто это... Яма такая глубокая. Ой, блин. Максим, короче, вообще не видит, куда идет. Нам будут писать в комментариях, что мы издеваемся над ребенком. Да кому что издеваемся? Ну, если он наступил в яму. Максим, чихай, ну, а ты что как девочка себя ведет? Ну, какой злой, смотри. Сам упал, на нас злится. Война продолжается. Вокруг этой ямы все бегают. Что-то, Максим, ты не можешь донести свое оружие. Не тапки, котик. Максим, не будешь больше в яму падать? Мы не будем говорить.
Мне кажется, палка, но... Мне кажется, Максим может до утра тут бегать. У нас, кстати, уже начинает темнеть потихонечку. Не, надо собираться, потому что ноги у него мокрые. Ну да, да. Тем более, что у него еще сопли не прошли. У него все колени мокрые вон. Я думаю, сейчас надо зайти домой, переодеться. И поедем мы это. Ну, дальше поедем. Куда? В планету. А ну, либо в планету, либо в ленту. Ну, посмотрим что-нибудь. Пошаримся что-нибудь. Мне кажется, теперь мы с тобой погуляем. Мне кажется, Максиму не понравится твоя затея. Ну, тут уже нам тоже не нравится, когда меня вот так вот... Полные карманы снега, да? Когда? Да. Надо карманы застегивать. Тут шапка на колю. Опять шапка. Заблудился. Все, все счастливые, довольные. Едем. Я не довольный. Только что довольный был. Камера включилась, все сразу недовольный. Мало поиграл, да, Максим? Да не мало. Сколько мы там гуляли? Долго. У меня вон руки аж красные. Ну, вообще холодно. Ну, а так-то на улице 0 градусов, а ну просто. Да и ветра нету, я не знаю, что так мы замерзли. Ну, ты замерзла, то, что ты стояла, а у меня руки только замерзли все. Снял свои перчатки, все в снегу, мокрые. Сейчас мы едем, в общем, домой, переодеваемся в сухие вещи и двигаем дальше куда-нибудь. Все, мы поехали, уже переоделись. Да, да, в штанах. Максим уже в других штанах. Да, у меня джинсы намочили. Едем в гараж, решили мы не ехать в планету. Что там делать? Лучше поедем картошки. Лучше поедем картошки возьмем. До дома что-нибудь интересное поделаем, да? Ну да, давай. Домой потом уедем. В игру поиграем. Можно в игру всем вместе поиграть. Да. Если хочешь, никто не позвонит. Точно, если никто не позвонит. Мы уже дома. Я хочу приготовить на ужин вареники с картошкой. Поэтому сейчас поставлю картошку. Вот, варится. Почищу. В общем, здесь сначала надо убраться на кухне, немножко освободить место от грязной посуды. Короче, начну с посудомойки, разгружу там чистая посуда, загружу грязную и начну готовить ужин. Картошку почистила, поставила вариться, только печку не включила. А Максим выпил весь морсик. Я с Алисой буду разговаривать. С чем сейчас сделать? Клубничный или малиновый? Клубникой. С клубникой больше понравилось. Он больше такой сладкий. С малиной кисленький получается. Сейчас сделаю. Целый вот такой вот кувшинчик делаю. И в холодильник ставлю. Максим потом сам себе наливает, сколько ему нужно. И за день выпивает. Ага. Целый. Вместо молока теперь пьет. Молоко вообще перестал пить. Да. Не будете делать? Молоко опять начну пить. Еще вот у меня кабачок тут лежит, надо что-то с ним тоже придумывать, где чтобы кабачки? Он не испортился. А, там два кабака. Один. Еще один маленький там вот лежит. Там, где-то там потерялся. Вот. Ну, не сегодня, завтра, наверное, буду что-то с ними думать. А сейчас пока буду делать... А, сейчас я сделаю морсик Максу и буду делать тесто на вареннике. Да. Я уже сделала тесто, накрыла его пакетиком целлофановым. И осталось подождать, пока сварится картошка. Что-то она плохо кипит. Я думаю, еще минут 20, и можно будет уже начинать готовить вареники. У меня тут все уже готово. Максим попросил картошки, кушать захотел уже. Поэтому он сейчас покушает и будет мне помогать. Я сейчас начну пока без него. А он мне потом будет помогать, да? Thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. Oh, baby, how could I know there was no second chances like dominoes?
magic of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Будем мы садиться кушать? Да, конечно. Без тебя нам никуда. Всем, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Аппетита. Мы вкусно покушали. Вкусно было тебе? Угу. Теперь мы будем снова играть в эту башню. Да. Максим называет эту игру башня. Так, сейчас я аккуратненько все это сделаю и будем играть. Ты какая она кривая. Ну, кривая. Ну, так вот, хоп, и ровненькая уже. У нас, кстати, везде платки валяются. И на полу, и на столе, и на диване, и вообще везде, потому что у Макса не кончаются сопли. Мы промываем, лечим, поэтому надеюсь, что скоро пройдут. А я не могу выбрать себе нигде. Не можешь выбрать? О. Нет, нет. Она небезопасная. Вот эта безопасная. Молодец. Моя очередь. Давай. Какая ты там говоришь небезопасная это? Да. Небезопасная. Она может ухнуть. Видишь, как ты сделала, чтобы она шаталась? Угу. Поэтому она небезопасная. В общем, будем мы с Максимом играть. Моя так. Очередь. Ты так сломаешь башню. Твоя очередь? Моя очередь, а ты что-то... Максим, ты можешь сам играть, мне кажется. Он, кстати, утром сам играл сегодня, да, Максим? Я ему только башню равняю, он собирает ее криво. А я вот этой вот штучкой равняю, мам, и все, он дальше играет. Мам, мне, это я не могу. Нетушки, давай сам. Да сложно. Коле позвонили с работы, вызвали его на работу. Да, вообще я в отпуске с сегодняшнего дня. Там что-то народу не хватает, попросили выйти. Я, правда, уже на час опоздал, но это как бы, ну, тут уже не моя вина, мне что-то пишут пропуск, чтобы я пришел. Там башня разводилась. И все, я приду спасать завод. Короче, Коля придет теперь завтра утром, будет спать, а мы с Максом пошли играть дальше в башню. Смотрите. Мы с Максимом уже будем заканчивать сегодняшнее видео. Он уже переоделся в пижамку. Да. Сейчас он еще соберет игру, которая раскидана у нас теперь на полу. Да. И будем ложиться спать. Да. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте 100 миллионов 50 тысяч лайков и нажмите колокольчик. Всем пока. Всем пока.